10 часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск. В студии Лунара Бекбусинова. Я Рустам Балтин. Мы начинаем. Подвергаются ли кибербуллингу казахстанские школьники? Комитет по информационной безопасности опубликовал результаты ежегодного исследования, по данным которого уровень осведомленности населения о таких угрозах составил больше 80%. По итогам социального опроса профильное ведомство опубликовало рекомендации для родителей. Алишер Ашимов продолжит. В среднем 17,5% детей в Казахстане подвергаются буллингу. Такие данные в прошлом году озвучили в Минздраве. В основном травле несовершеннолетние подвергаются в реальной жизни. Однако вместе с развитием технологий актуальной стала проблема кибербуллинга. Мне кажется, что кибербуллинга сегодня гораздо больше, в том числе и потому, как я сказал, что виртуальный образ, в том числе и буллера, да, так называемого, то есть того, кто издевается, гораздо проще выстрелить. Потому что в реальной жизни часто происходит, ну, когда вот эта развиртуализация, да, то тот, кто казался нам там супер каким-то крутым или супер, не знаю, там агрессивным, окажется просто забитым в себе, там, не знаю, неудачником или же просто каким-то совершенно обычным человеком, да. Но в соцсетях это делать проще и понятнее. В вопросе безопасности детей от подобного психологического давления ответственность лежит в первую очередь на родителях, считают эксперты. Недавно Комитет по информационной безопасности провел социологическое исследование и опубликовал результаты. Они показали, насколько казахстанцы осведомлены об угрозах кибербезопасности. На сегодняшний день уровень повысился, то есть составил на 84%. Как оказалось, 90% и 52% опрошенных получают знания люди, да, о защите личной информации при использовании в социальных сетях. В целом данный опрос проводился в течение 3 месяцев. В данном опросе участвовало порядка 11371 респондентов. Такие исследования проводят ежегодно. Например, в 2022 году уровень осведомленности составил 77,4%. По итогам недавнего опроса специалисты опубликовали рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз. Юристы же, в свою очередь, отмечают, что за кибербуллинг к уголовной или административной ответственности привлечь нельзя. У нас в Казахстане вот именно неимущественные права, они, к сожалению, плохо защищаются. И всегда суды говорят то, что нужен именно конкретный ущерб. Психоэмоциональный ущерб, его доказать сложно. Для того, чтобы было психоэмоционально, то у человека должен быть срыв. Его должен вот психолог, либо психоаналитик должен установить. Если это эксперт напишет в экспертизе, возможно, будет ответственность. Но и то она несоизмерима. Те, кто уже подвергся буллингу не только в реальной жизни, но и в интернете, могут получить помощь в молодежных центрах здоровья. Сегодня по стране их больше 150. Там оказывают высококвалифицированную бесплатную медико-психосоциальную помощь. Алишер Ашимов, Растанбек Оспанов, 24KZ. В продолжении темы Комитет по информационной безопасности опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз. Первое. Нужно составить список с правилами посещения интернета для подростков. Использовать средства блокировки нежелательного контента. Обсуждать с несовершеннолетними их времяпровождение в сети. Контролировать использование трафика вашим ребенком. В том числе настаивать, чтобы школьники не общались в приватном режиме. Вот как понять, что ваш ребенок подвергается травле в интернете, мы поговорим этим утром с гостем в студии, психологом Даулетом Бимовым. Добрый день или доброе утро пока еще, Даулет. Доброе утро. Вот скажите, вот первые сигналы, на что нужно обратить внимание и как понять, что ребенок попал вот такое, под такое психологическое давление? Как это выявляется? Все на самом деле очень просто, усложнять ничего не нужно. Ну, во-первых, нужно обращать внимание, во-первых, на своих детей, работать с ними, общаться, взаимодействовать. И, конечно же, вы увидите определенную динамику, да, негативную. Но ребенок, как правило, становится более замкнутым, раздражительным, у него пропадает аппетит. То есть он ведет себя, если вот так вот общими фразами выражать, не так жизнерадостно, как мог бы. Ну, я думаю, это должен быть сигналом, то есть мы это называем такими, так называемыми, феноменами, когда вот ребенок так или иначе себя ведет, действует, даже как он дышит и так далее. То есть в первую очередь, наверное, все-таки ответственность лежит на родителях и лицах их заменяющих, близких.
чтобы обратить внимание, распознать это, ну и потом нужно действовать. До действия хочу уточнить, чем чревато, чем опасен кибербуллинг, то есть, хорошо, агрессия. Ребенок поменял мировоззрение, не знаю, у него сбился настрой, депрессия появилась. Чем опасно для ребенка, если вдруг он об этом не говорит, и родители это не замечают? Ну, если говорить прям о самых прям опасностях, самых таких очевидных, да, ну, если вспомнить сейчас первый такой большой случай на весь мир, который прогремел, он был чуть более 10 лет назад, по-моему, в Канаде это было, в 2012 году, когда девочка впервые вот из-за кибербуллинга покончила с собой. Ей было, по-моему, 15 лет. Вот это тогда... был тогда первый случай, в смысле, в мире? До этого разве не было? Ну, до этого, да, это резонансный случай был, о котором начали говорить. Mm-hmm. Ну, до этого, возможно, они были, но они так, как сказать, не так, может быть, активно освещали, обсуждались. Да, да. И не приводили к летальному исходу. Даулет Мурза, вот... Ну, это самое такое сложное, что может произойти. А в общем и целом, конечно же, нарушается общая социализация личности, то есть формируется... Я к чему это? По последним данным мы тоже видим, что происходит в социуме. Есть некоторые подростки, которые появляются в школах уже с опасным холодным оружием и показывают агрессию на всех. Это же последствия кибербуллинга, того же самого буллинга в школе, может быть, и кибербуллинг где-то в сети. Здесь, наверное, да. Здесь, связано наверное, ли здесь, это наверное, буллинг еще и офлайн связан, да, наверное, с этим? Не только онлайн. Офлайн, офлайн буллинг, он был всегда, и я должен сказать, что будет, да, и у нас не должно быть иллюзий по поводу того, что его не будет, да. Ну, причины могут быть, они очевидные же, да, то есть самые негативные. Я лишь хочу сказать самые простые вещи, то есть что нужно делать. Это в первую очередь, как бы банально это до ужаса не звучало, это поддержать ребенка и помочь ему. И самая главная мысль, о которой я хотел бы сказать вот за это короткое время, в нашей культуре, в культуре наших, скажем так, постсоветских школ, может быть, да, у нас не принято жаловаться. Многие... Даже педагоги и администрация школы в некоторых случаях действуют так называемым по понятиям, то есть хотят где-то на месте, где-то замять и так далее и тому подобное. Вот в этом случае, если это подросток, ребенок, вот прям принципиально важно, чтобы ребенок почувствовал поддержку и помощь. Вот. И нужно его научить обращаться за помощью. То есть это не стыдно. Говорить что... открыто. Но это должны, наверное, конечно, делать в первую очередь родители, наверное. Сказать, да? Легко, сказать легко. Как к этому прийти, это уже второй вопрос. Самое очевидное, что нужно сделать, это нужно разговаривать с детьми на эту тему. Что буллинг такое бывает, что бывает кибербуллинг. Очень много информации в сети, как вообще избежать этого, как к этому противостоять. Но самое главное, вот за это короткое время я хочу сказать, уважаемые родители, в первую очередь, но это нужно нести коллективную ответственность за это дело, и в том числе администрация школы, психолог школьный, да, нужно разговаривать с ребенком и вообще с детьми на тему, что такое бывает. И что нужно сделать в таких случаях. Потому что часто дети не знают, как себя вести. Давайте тогда остановимся на несколько советов от психолога, вот от вас как эксперта. Если родители в связи с нехваткой времени, все в работе, детям не уделяется достаточно времени, за столом о чем он должен спросить, чтобы ребенок не закрылся, а наоборот доверился и открылся? Ну, все очень индивидуально, но самые простые вещи обратно, да, опять скажу, вернусь к этому. Это нужно спрашивать, вообще интересоваться о состоянии ребенка. Делать это нужно искренне, глаза в глаза. Вот обратите внимание, я смотрю вам в глаза, да? Как ты себя чувствуешь? Как проходит твой день? Чем я могу быть тебе помочь? Интересоваться его успехами и неуспехами. Вместе с ним пробовать решать те или иные вопросы, связанные с его жизнью. И когда у ребенка могут возникнуть определенные проблемы, а это от этого никто не застрахован, да? То есть многие через это проходят так или иначе, в той или иной мере, то ребенок в первую очередь, конечно, даст вам знать об этом. Может быть, он напрямую это не скажет, но вы должны быть эмпатически чувствительны к своему ребенку и замечать это. Просто начните хотя бы разговаривать. Кстати, многие родители, когда спрашиваешь, вот как часто ты уделяешь время ребенку, они могут называть разные цифры, но по факту это несколько минут в день. Имеется в виду, когда ты глаза в глаза разговариваешь с ребенком. Теперь техническим моментом к действию перейдем. Что нужно сделать родителю? Может быть, там, ограничить доступ вот к этим? Ну, ограничением доступа нельзя. Вот первое очевидное, вот давайте зафиксируем это. Разговаривайте и научите ребенка просить о помощи, если потребуется. Да? То есть, второй момент. Ни в коем случае нельзя обвинять ребенка в том, что он сам виноват.
опять в нашей культуре, к сожалению, часто принято, а может, ты сам что-то не так сделаешь, или там, не дай бог, кто-то скажет, иди сам научись быть сильным, да? Постоять за себя и так далее. Конечно, жизнь ему этому научит, но именно таким способом нельзя ребенку говорить, что самый близкий все-таки должен в первую очередь поддержать. Потом очень важно научить, если это речь идет о кибербуллинге, и если мы не знаем агрессора, то есть в лицо человека, да, то есть очень важно вот просто не вступать с ним в конфронтацию. Потому что, как правило, это делается для того, чтобы получить от тебя обратную связь. Одна из основных задач буллера – это просто иметь какое-то превосходство. Там есть, это, конечно, немножко другая тема про буллеров, если говорить, да. Поэтому одна из рекомендаций – это не реагировать на буллинг. Вот. А если, допустим, реагировать, то есть офлайн, да, как вы только что сказали, и вот есть конкретные люди, здесь очень большая, непростая коллективная работа. Потому что, конечно, легко обвинить систему в целом, да, но также нужно сказать, это издержки работы с коллективом. Ну, неправильная работа с коллективом, если можно так выразиться. Ну, значит, взрослые родители и лица их заменяющие не доработали с коллективом, что у них, к сожалению, процветает буллинг. Ну вот, судя по словам экспертов из сюжета, да, что в большинстве своем кибербуллеры – это на самом деле ущербные люди, слабые люди, которые в жизни на самом деле не смогли нереализованные. Ну, так сказать тоже, это, конечно, отдельная тема, но если вот в двух словах об этом сказать, для чего делают буллинг? Для того, чтобы иметь некое превосходство. Да. А почему именно кибербуллинг? Ну, помимо того, что сейчас социальные сети процветают, здесь нет опасности здесь и сейчас получить обратную связь. Ну, в виде там сдачи, да, скажем так. Поэтому для буллера это относительно безопасно что-то сделать, и он в этом месте, испытывая чувство превосходства, он может быть так или иначе, как бы дополняет еще свою, один момент, так вот, называемую ущербность. Еще один момент. Это вопрос комплексов. Коротко, если сможете ответить. Почему кибербуллеров нельзя привлечь к ответственности? Я не знаю, кстати говоря, почему. Это для меня странный вопрос, потому что к ответственности нужно привлекать. И есть статья, но здесь один очевидный факт, что этот кибербуллер может находиться вообще в другой стране, у него совершенно невозможно выявить домен. А, если в этом случае, ну, почему нельзя? Ну, ответ очевиден, если ты, допустим, не поймал. Но я знаю, что в развитых странах за это несут очень большую ответственность. Помимо того, что там огромные штрафы, человек может нести административную и даже уголовную ответственность. Но это в случае того, если мы, допустим, если поймали. Это легко выявить. Если мы не поймали, если мы не знаем, кто это, я уже об этом сказал, что не нужно на это реагировать, и это нужно, ну, так действовать, нужно научить ребенка. А в нашей стране, я думаю, нужно активно этим заниматься. В педагогике есть такой термин, называется принцип трагедии, да, если мы увидели факт буллинга, кибербуллинга, администрация школы, родители и лица их заменяющие должны создать, сделать из этого трагедию, чтобы, как бы это прозвучало, да, чтобы подростки понимали всю значимость данной ситуации, потому что, к сожалению, многие подростки не понимают, что они делают. Дети иногда бывают жестокими. Но мы сейчас проговорили о единичных случаях, когда один только буллер выходит на вас в соцсетях с комментариями, негативами. У нас тоже такие бывают, мы всегда в стриме. Но если это действительно травля общая, социальная, когда одного человека просто и офлайн, и онлайн начинают травить, булить, там, скорее всего, один выход – заблокировать все соцсети, выйти, открыться близким родственникам и обязательно поработать с психологом. С учетом того, что если близкие родственники открыты для таких разговоров, и, ну, с нами был... надо научить правильно разговаривать на такие темы. Отпевать. Что ж, спасибо. С нами этим утром был психолог Даулет Бимов. Я надеюсь, что ваши рекомендации правильно скажутся не только для родителей, не только для детей, которые вдруг попали в такую психологическую ситуацию, но и для учителей, которые ежедневно работают с детьми с утра и до позднего вечера. Ежедневно. Спасибо. Спасибо, Даулет Мурза. Мы продолжаем. Уровень владения английским языком в Казахстане оценили как очень низкий. Такие данные приводит международная образовательная компания Education First за прошлый год. Так, наша страна оказалась на последних строчках рейтинга, 104 место из 113 стран. Действительно ли казахстанцы так плохо владеют языком Шекспира? Наша коллега Полина Зачиналова провела небольшой социальный эксперимент. И вот что из этого вышло. Do you speak English? Чуть-чуть. My name is Dami. Hello. Hello, nice to meet you.
Это оживленный проспект в центре столицы. По легенде, иностранка впервые в городе и не может найти социальные объекты. Просит прохожих подсказать дорогу на английском языке. Sorry, guys, do you speak English? No. No? Okay, do you speak English? A little. Hello. Okay, can you help me? I need a bank. Bank? Yes. Bank. Достык стрит, Каспи банк. Okay. Каспи банк. And where is this street? Saturday, yeah? Закрыть все. To go to Достык стрит и Каспи банк. This street, да, okay. Каспи. Если в этом случае мужчина попытался помочь жестами, то были и те, кто просто прошел мимо. I'm sorry. Do you speak English? No. I need some help. No. Information. I'm sorry. Do you speak English? Can you help me? No. А вот подростки не смогли оставить без помощи заблудившегося туриста, причем большинство из них могут свободно выразить мысль на английском. I'm looking for something cozy, you know, with good tea, with good coffee and food. We have this cafe. Okay. Oh, it looks good. It looks good. Thank you. Coffee room. Okay, so where is it? Right here, I guess. Right here? I don't know. Really? Even from the city, so I don't know. Уровень владения английским языком в Казахстане оценили как очень низкий. Такие данные опубликовала международная компания Education First. Наша республика оказалась на последних строчках рейтинга – 104 место из 113 стран. Хуже обстоят дела только в Таджикистане и Конго. В таких статистиках, в таких исследованиях нужно изучать вот такие вот скрытые перемены, нужно смотреть на возраст. Настоящее владение языком – именно в Казахстане оно будет понятно не в это десятилетие, может быть, через несколько десятилетий. Но если мы возьмем срез, от, например, от 18 плюс, например, от 20 до 35, здесь будет совершенно другая картина. Казахстанские школьники и правда замотивированы выучить английский язык, прежде всего для перспективного будущего. Учить английский – это очень важно, так как все связано с английским языком, особенно бизнес и так далее. Я учу английский для того, чтобы в будущем сдать мои экзамены IELTS и чтобы поступить в хороший университет. Я хочу поступить за рубеж. Вот. И изучать английский очень полезно, так как это поможет нашей вообще стране, так скажем, и нашему мозгу. В интернете больше информации на английском языке, чем на остальных, поэтому знание английского очень помогает в интернет-пространстве. Сейчас для изучения английского доступны всевозможные центры и школы. В интернете пестрит реклама. Заговори за 20 минут в день, выучи без зубрежек, онлайн в любое время. Но обещание быстрых результатов – лишь маркетинговый ход, говорят специалисты. Когда мы говорим, что у всех авторская методика, в принципе, это один набор английского языка, просто с разных ракурсов его преподносит. Здесь все то же самое остается, да? Теория, упражнения, тесты. Все, оно не даст вам говорение. Самое главное для эффективного изучения иностранного языка – умение использовать его, говорят педагоги. Для этого не нужно зубрить все правила грамматики. Куда важнее практиковать простые фразы на английском в обыденной жизни. И тогда результат не заставит себя ждать. Полина Зачиналова, Нурзбай Курманхазы, Асхат Крукашиев, 24 КИЗ. Автомобили могут подорожать в Казахстане до 17%. Такой прогноз озвучили аналитики Freedom Finance Global. Одна из причин – это снижение базовой ставки. То есть кредиты стали еще доступнее. Значит, это породит новую волну спроса на авто. А это, в свою очередь, неизбежно повлечет повышение стоимости, Лунар. Так и есть. И прямо сейчас наша коллега Гульдана Кален расскажет, насколько мне известно, Гульдана, эксперты отрасли не согласны с прогнозами аналитиков. Какие доводы они приводят? Уточните, пожалуйста. Автокредиты не станут столь дешевыми, считают эксперты. Серьезных предпосылок для резкого роста цен, по крайней мере, сейчас нет. Более того, Казахстан наращивает собственное производство. По предварительным данным, в 2023 в стране произвели почти 150 тысяч транспортных средств всех типов, что на 30% больше показателей предыдущего года. К этой теме мы еще вернемся. Сначала о том, какие казахстанские товары востребованы у стран Европейского Союза.
За 11 месяцев прошлого года Казахстан экспортировал в страны Европейского Союза товары на 28 миллиардов долларов. Основные покупатели не изменились. Италия, Нидерланды, Франция, Румыния и Греция. Они заплатили нам почти 24 миллиарда долларов. В спросе у них казахстанские нефти, нефтепродукты. Далее идут пшеница, титан и радиоактивные химические элементы. Казахстан, возможно, начнет выпускать макаронные изделия итальянского качества. Меморандум о сотрудничестве подписали компании-производители двух стран. Стороны будут обмениваться опытом в сфере технологий, семян и обучения сотрудников. Там прописали и развитие переработки, в том числе производства макарон. В стране в этой нише сейчас заняты 40 предприятий. Наиболее крупные из них в качестве сырья. Используют муку из пшеницы твердых сортов. Там, к слову, высокое содержание белка и железа, и с такой муки делается традиционная итальянская паста. В 2022 году в Казахстане произвели 15,6 миллионов тонн мягкой пшеницы и 833 тысячи тонн твердой пшеницы. Из них порядка 400 тысяч тонн экспортируют только в Италию, что достаточно для наращивания объема производства макарон, в том числе с целью расширения экспорта. Ушедший год стал рекордным для казахстанского автомобильного рынка. За 12 месяцев 2023-го официальные дилеры продали почти 200 тысяч единиц транспорта. При этом большая часть авто отечественного производства. В этом году показатель вполне может вырасти как по производству, так и по объему продаж. В среднем на 20%. Примерно настолько же подражают и новые машины, прогнозируют аналитики. Но мнение экспертов отрасли прямо противоположное. Доля отечественного автомобилей на рынке по итогу прошлого года превысило 70%. Мы становимся менее зависимыми от импорта, поэтому резкого скачка цен на авто не будет. Что касается перспектив казахстанского автомобильного рынка в 2024 году, опять же, с оговоркой на то, что мировой рынок и казахстанский рынок не столкнутся с различного рода внешними шоками, цены будут оставаться стабильными. Возможно, в некоторых сегментах будет индексация как в положительную, так и в отрицательную сторону. Это нормально в связи с тем, что, во-первых, обновляются модельные линейки некоторых брендов. Ну и, во-вторых, у некоторых дилеров возникают, скажем так, реальные предпосылки для того, чтобы обновлять свои склады. Обновлять склады дилерам скорее придется, так как отечественные производители в этом году могут представить новые модели. По последним данным, доля автомобилестроения в стране выросла практически на 6% и занимает почти половину всего машиностроения. Из топ-10 самых популярных моделей 9 производят в Казахстане. Производство автомобилей в стране бьет рекорд за рекордом. Отрасль продолжает привлекать инвестиции. Это позитивно сказывается как на рынке труда, где создаются сотни новых рабочих мест, так и в существенном увеличении налоговых выплат в государственный бюджет. Инвестиции в отечественное производство дают конкретные результаты, что позволяет с оптимизмом оценивать перспективы казахстанского автомобилестроения. Добавлю, по выпуску автомобилей лидирующую позицию занимает Кустанайский завод. В прошлом году там произвели больше 90 тысяч автомобилей. Следом идут предприятия в Алматы, Семей и Кукшетау. Коллеги, ну что ж, согласитесь, да, то, что на нашем рынке превалируют автомобили отечественного производства, это не может не радовать. За год производство увеличилось на 30%. Вот, Рустам, я знаю, вы ездите, да, на автомобили отечественной сборки. Вообще, как часто подводил вас ваш железный конь или на качество не жалуетесь? Если не считать мелочей, то на самом деле никогда еще не подводил. Лютые морозы, в Астане вы знаете, какие морозы, бывало даже и за 40-45 было. В любой мороз он заводился, автомобиль, как часики, поэтому проблем я никогда не видел. Отлично. Рад. Я помню, даже когда было штормовое предупреждение, у вас осталось окно приоткрыто, там были сугробы в машине, но даже тогда машина завелась. Я почистил и приехал на работу. Как ни в чем не бывало. Отечественное производство. Спасибо, Гульдана. Это была рубрика «Первая цифра» с нашей коллегой Гульдана Кален.
И раз уж мы начали говорить о погоде, сейчас продолжим эту тему. Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана. По данным Казгидромет, порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидается в Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. По республике туман и гололед. В столице переменная облачность без осадков. Ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 20 градусов мороза. Ну а сейчас в США 89 погибли человек из-за аномальных холодов. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Иллинойсе, Пенсильвании и Миссисипи. На западе штата Орегон сохраняется чрезвычайное положение. На регион обрушились ледяные бури. Без электричества остались больше 45 тысяч потребителей. Массовые отключения также наблюдались и в Калифорнии, и Нью-Мексико. Синоптики прогнозируют, что снежная и морозная погода сохранится еще несколько дней. А вот почти 5500 домов на пострадавшем от землетрясения японском полуострове Ното остаются без электричества. Об этом сообщают власти префектуры Исикава. Из-за последствий подземных толчков в регионе частично перекрыты автомобильные дороги. Приостановлено железнодорожное сообщение. Спасатели ведут восстановительные работы. Напомню, 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Оно стало самым мощным за последние 140 лет. За ними последовали почти 1200 авторшоков, а в результате погибли 232 человека. Еще 22 числятся в списке пропавших без вести. А сейчас, Великобританию, там накрыл мощный шторм Иша, всех соотечественников. Стихия принесла сильный ветер и дождь, приостановлена работа аэропорта Дублина, отменили почти 150 авиарейсов. Метеорологическая служба объявила красное предупреждение в нескольких графствах. Более 2000 домохозяйств остались без электричества. Местные власти рекомендуют людям отменить все поездки, которые не являются необходимыми. Ожидается, что в ближайшее время шторм достигнет Нидерландов. В качестве мер безопасности амстердамский аэропорт Схипхол заранее отменил более 100 рейсов. Между тем, мощные наводнения и оползни на юге Филиппин унесли жизни 15 человек. Сильнее всего от удара стихии пострадала провинция Давао и несколько соседних городов. Сообщается, как минимум о 5 пострадавших. Сильные дожди в регионе шли 4 дня подряд. По данным службы гражданской обороны Филиппин, в общем, непогода затронула около 500 000 жителей. Местные власти объявили режим чрезвычайного стихийного бедствия. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. По предварительной оценке, ущерб превысил $1 млн. Эскалация напряженностей в Красном море оказала влияние на глобальные цепочки поставок. Об этом сообщает морская консалтинговая компания Sint-Eligence. Общий объем перевозимых грузов снизился почти на 60%. Это до 49 транзитных рейсов контейнеровозов в сутки. 10% компаний приостановили перевозки в Красном море на неопределенный срок. Среди них компании Shell и Qatar Energy. Отмечу, падение трафика происходит на фоне роста атак хуситов на суда в Красном море. С прошлого года они атаковали почти 30 торговых кораблей. В это время генсек ООН вновь призвал к возобновлению переговоров между Израилем и Хамас. Об этом Антонио Гутерреш заявил на саммите G77 в столице Уганды. По его словам, положить конец конфронтации поможет только соглашение между сторонами. В его основе должны быть два основных условия. Это освобождение израильских заложников и прекращение огня в анклаве. Также на конференции генсек ООН призвал мировых лидеров к укреплению сотрудничества и доверия. Отмечу, в саммите участвуют почти 3000 делегатов из 130 стран мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта в секторе Газа, а также обеспечить беспрепятственную гуманитарную поддержку в регион. Если стороны не придут к соглашению, ситуация усугубится, а конфликт перерастет в глобальную угрозу международной безопасности. Тем временем в секторе Газа растет число инфекционных заболеваний среди палестинских беженцев. В основном это дети в возрасте до 5 лет. У них наблюдается диарея и пневмония. Причина – нарушение плановой вакцинации, отсутствие лекарств и сложная ситуация в сфере эпиднадзора. В ответ на кризис эксперты планируют развернуть в анклаве
мобильные лаборатории. Отмечу, в секторе находится почти 2 миллиона беженцев. В регионе зарегистрировано больше 400 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Всего же в результате военного конфликта погибли свыше 25 тысяч палестинцев и почти 1400 израильтян. А сейчас во Францию больше 70 тысяч человек там вышли на улицы в знак протеста против ужесточений для иммигрантов. Новый закон сильно усложнит жизнь не только нелегально находящихся в стране иностранцев, но и тех, кто учится и работает там официально. К примеру, студенты, в том числе из Казахстана. Чем недовольны французы, с места события расскажет наша коллега. Прямо сейчас на всей территории страны, включая заморские департаменты, проходят многочисленные акции протеста против нового закона об иммиграции. Здесь, на площади Тракадеро в Париже, люди собрались по коллективному призыву профсоюзных лидеров, знаменитостей из мира науки, шоу-бизнеса, а также научных деятелей. Сегодняшние акции протеста – это последняя возможность хоть как-то повлиять на судьбу спорного закона об иммиграции. Через 4 дня Конституционный совет Франции вынесет свое решение после экспертизы закона. И вот собравшиеся надеются, что высший орган отменит идеологическую победу ультраправых. Именно такую оценку дают закону его противники. Но также этот закон ухудшает условия жизни иммигрантов, и это недопустимо, потому что делает их еще более уязвимыми, будет сокращаться число жителей, и это создаст социальный демпинг. Поэтому мы просим правительство отозвать этот закон и пересмотреть его. В частности, подумать над вопросом регуляризации нелегалов. Люди, которые стоят за моей спиной 17 сентября в состоянии забастовки, так как требуют своей легализации. Этот закон очень несправедлив, потому что мы просто эксплуатируем мигрантов. Они приезжают в страну, вроде как мы их не хотим, но мы их эксплуатируем. Это неправильно. У них есть права. Так что нужно признать их права. Они нам нужны нормальными. Цель мобилизации такого числа людей – показать правительству и тем, кто защищает этот закон, что население Франции не поддерживает исключение определенной своей части. И мы защищаем сегодня принцип солидарности, который является национальным девизом Франции – свобода, равенство, братство. Почти год ушел у французских властей и парламента на обсуждение и принятие этого закона, который должен был дать механизмы контроля над потоком иммиграции и улучшить интеграцию иностранцев. Но по факту он сильно ужесточает правила въезда и пребывания во Франции. Ограничивается доступ к пособиям, повышается требуемый уровень знания французского языка, осложняется процедура воссоединения семей. И больше всего споров вызвало ограничение, направленное на иностранных студентов, которые для того, чтобы доказать серьезное отношение к учебе, должны будут внести определенный денежный залог. Вы видите, насколько многочисленна эта акция протеста во Франции. Их проходит около 200 в разных регионах страны. И уже в четверг станет ясно, принял ли Конституционный совет вот эти протесты во внимание. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, 24KZ, Париж, Франция. А вот десятки тысяч людей вышли на акции протеста против правого экстремизма в Германии. Демонстрации проходят там с субботы. По некоторым оценкам, за 2 дня в демонстрациях в нескольких городах ФРГ приняли участие около 1,5 миллиона человек. Отмечу, митинги проходят на фоне сообщений о тайной встрече представителей ультраправых в Потсдаме. Утверждается, что там обсуждалась депортация миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство. Массовые протесты поддержали ряд политиков страны. Сейчас реклама, а после узнаем о самых свежих спортивных новостях. Оставайтесь с нами, скоро в студии будет Алишер Накипов. Дәмді тамақ жасап, отбасымның шек саулығына қалай қамқор боламын? Женіл шешімі бар. Үлкен бөтелкедегі миллиардтаған пробиотиктер бар Активия жайлы асқортуға ықпал етеді. Дәмі де керемет. Активия жайлы асқортудың дәмді шешімі. Навиганная оқырамындағы ибупрофеннің қызуды түсіретін әсері бар. Қабыну кезіндегі ауру сезімін басады. Ау, мене мен. О, сәлем. Навиган Нео. Қызумен ауруға қарсы. Музыка.
Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Лунара Бекбусинова и Арстан Балтин. Мы продолжаем. Сейчас переходим к спортивной теме. Казахстанские стрелки завоевали очередную медаль чемпионата Азии по стендовой стрельбе. Турнир проходит в столице Кувейта, Эль-Кувейте. К эфиру присоединяется Алишер Накипов и его рубрика «Спорт Лайф». Итак, Алишер, кому мы обязаны очередными наградами? Приветствую еще раз, коллеги. В предпоследний соревновательный день казахстанские стрелки пополнили копилку сборной серебряной медалью в смешанных командных состязаниях упражнения «Скит» Асем Орымбай и Эдуард Ещенко, уступив в финале китайцам, заняли второе место. Всего в соревнованиях принимают участие более 350 спортсменов из 35 стран. Честь Казахстана защищают 18 стрелков. В Венгрии завершился международный турнир по боксу. По итогам соревнований мужская сборная Казахстана выиграла сразу 5 золотых медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Асхат Жусупов в легком весе, Аслужан Серикбай, Бейбарс Джексин, Иртуган Зейнулинов в среднем и тяжеловес Ярасул Жакпеков. Также казахстанцы стали обладателями 4 серебряных наград. Всего в первенстве принимали участие около 400 мастеров кожаной перчатки. Национальная команда, имея в активе 9 медалей, возглавила турнирную таблицу. В Южной Корее продолжаются юношеские Олимпийские игры Канвон 2024. Сегодня национальная команда Казахстана поборется за медали в 4 видах спорта. В горнолыжных дисциплинах честь страны будут отстаивать Александра Скороходова и Ростислав Хохлов. Также запланированы соревнования по шорт-треку и конькобежным видам. Попытается переиграть своих оппонентов и наша сборная по хоккею. В Щучинске на базе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта завершился молодежный чемпионат Казахстана по биатлону. В последний соревновательный день спортсмены выявляли сильнейшего в спринте. На старт вышли около 100 атлетов из 9 регионов республики. По итогам первенства сформирована команда из 10 человек, которая представит нашу страну на отборочных соревнованиях на юношеском чемпионате мира в Эстонии. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA, успешно преодолела барьер 4-го круга Australian Open 2024. Ей противостояла одна из ее самых неудобных соперниц. За 1 час и 6 минут спортсменка сломила сопротивление 22-летней американки Аманды Анисимовой 6-3-6, а Елена Рыбакина во втором. Вот таким был обзор спортивных новостей на сегодня. Возвращаясь к теме зимней юношеской олимпиады в Южной Корее, я хотел бы отметить, что те результаты, которые сейчас показывают наши спортсмены, это хороший задел на будущее, на будущие зимние олимпийские игры, так как зимние виды спорта традиционно в нашей стране не особо сильно развиты, несмотря на то, что у нас такая суровая зима. Я думаю, после этой олимпиады все это будет кардинально пересмотрено. Возьмут под контроль. Да, и новые имена заявят о себе еще больше, я уверен. Спасибо, Алишер Накипов был с рубрикой «Спорт Лайф». Ждем свежих новостей, Алишер. А теперь поговорим о новостях в стране. Центрального водоснабжения нет в 26 населенных пунктах Кызылординской области. Там проживает свыше 7 тысяч жителей. Для обеспечения сельчан чистой водой в этом году в регионе планируют реализовать 14 проектов. Некоторые из них воплотят в реальность в Аральском и Казаленском районах. Раньше жители поселка Коктем Аральского района пользовались колодцами. Такой источник воды был в каждом дворе. Но набирать воду было нелегко, поэтому установили электронасосы. Тем не менее, зимой время от времени замерзали трубы. Но теперь эти трудности остались позади. Недавно в село с 40 домами провели центральный водопровод, который сельчане ждали долгие годы. Воду провели домой. Теперь, чтобы помыть посуду или постирать, достаточно открыть кран. Это очень комфортно. Не нужно носить воду и переживать, что в морозы замерзнет колодец.
В минувшем году в 6 селах Аральского района установили опреснители воды и проложили водопровод. В итоге из 49 населенных пунктов чистой питьевой водой обеспечили 44. К поселку Ахбасты прокладываем центральный водопровод протяженностью 117 километров. Стоимость проекта 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Есть две водозаборные башни. Планируем сдать объект в мае. К концу года к чистой питьевой воде подключим аулы Токабай и Ябай. В 2025 году мы полностью обеспечим питьевой водой села Тастобек и Ерембеджага. К центральному водопроводу осталось подключить 26 сел Кызылординской области. В них проживают больше 7 тысяч человек. Для решения данной проблемы в регионе намерены реализовать 14 проектов. Из областного и республиканского бюджетов по программе «Аул Ельбесеге» выделено 7 миллиардов 200 миллионов тенге. Все эти проекты мы притворим в жизнь в 2025 году. Всего в регионе насчитывается 230 населенных пунктов. Центральным водоснабжением они обеспечены на 98%. Анастасия Сулейманова, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдельдаев, Кызылординская область, 24 КЗ. 5 строительных компаний лишили лицензии в Шымкенте. Все они должны были возводить социальные объекты, включая жилье и спортивную школу. По словам чиновников, компании с работой не справились. После судебных разбирательств их добавили в черный список. 2 года они не смогут участвовать в госзакупках. Еще одна головная боль специалистов – это объекты, которые сдали в эксплуатацию. При их сдаче выявили недостатки. Как намерены решать проблему, выясняла моя коллега Катерина Попкова. В этой школе еще не успел выветриться запах краски после капитального ремонта, но специалисты снова обследуют здание на наличие проблем. Возникли претензии к качеству строительных работ. В школе поменяли пол, двери, окна, крышу, обшили сайдингом. Не могу сказать, что осталось довольна на 100%. Есть недочеты. На ремонт здания из бюджета выделили 1 235 000 000 тенге. Но благие намерения в итоге обернулись спором. Сейчас подрядчик обещает все исправить. Мы сейчас исправляем недостатки. Нет никаких сложностей. В проектно-сметной документации были недочеты. Мы это сами исправили. В некоторых местах полностью стены восстановили. Усиление сделали. Куда сложнее с недобросовестными подрядчиками, говорят в управлении строительства. Часто именно из-за них переносятся сроки ввода объектов на месяцы и даже годы. А это порой большие проблемы. Чего стоит недостроить, уже знает ряд компаний. Были поданы исковые требования о признании недобросовестных поставщиками. Это компании по строительству жилых домов, компания по строительству инженерных сетей. И одна компания у нас была, производила работы по строительству 12-й спортивной школы. На сегодняшний день 5 компаний признаны недобросовестными, лишили лицензии. Пока полностью избавить город от резиновых строек не получилось, но власти планируют это сделать. Говорят, нынешний год – точка отсчета. Мы планируем внести информационную систему, которая трезво покажет всю картину от момента планирования до подведения итогов всей системы госзакупок. Непосредственно мы будем иметь на выходе уже добросовестных подрядчиков, которые в последующем через опять-таки технический надзор и другие наши службы будут мониторить их сроки исполнения. Благодаря техническому решению появится прозрачность на всех этапах сдачи проекта, уверены специалисты. Это, по их мнению, должно существенно улучшить качество и сроки выполнения работ. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Шымкент, 24 КЗ. В стране наблюдается высокий спрос на рабочие профессии. В молодых и перспективных кадрах нуждаются не только руководители крупных компаний, но и старшие коллеги по цеху. К примеру, сварщик с 20-летним стажем, астанчанин Оскарблялов, вот уже несколько лет ищет себе помощников. Предлагает соискателям бесплатное обучение, сопровождение и хорошую заработную плату. Однако желающих все еще нет. Молодежь предпочитает легкий труд и не понимает, что черная работа – это не только большие деньги, но и дело на всю жизнь, говорит специалист. С ним встречалась наша коллега Айслу Махмутова.
Сварочное дело Асқар Блялов освоил, едва окончив школу. Несколько лет проработал на стройке, перенял опыт старших коллег и ушел в самостоятельное плавание. Первые клиенты узнали о нем через объявления в газетах. Сегодня он в рекламе не нуждается. За красивыми воротами, лестничными пролетами и навесами выстраиваются без преувеличения очереди. К примеру, такие ворота, ориентировочная рыночная стоимость, зависит от сложности работ. То есть в данный момент такие ворота стоят в среднем от 500 тысяч тенге. Это работа, это материал. Далее навесы изготавливаем. Там сложность навес примыкающие, индивидуальные, отдельно стоящие. В этой сфере, если работать, можно неплохо заработать. В пик сезона с августа до глубокой осени мужчина работает на выезде. Готовит новостройки к отопительному сезону. В горячее время, делится секретом, в месяц зарабатывает до 2 миллионов тенге. В зависимости от спроса занимается и художественными работами. Несмотря на большой стаж в этой сфере, Асқар Блялов продолжает учиться новому. Следит за трендами, исследует опыт коллег и регулярно пополняет цех современными инструментами. К примеру, вот этот автоматизированный сварочный аппарат мужчина приобрел несколько лет назад. Он значительно облегчает работу, а изделия при помощи этого устройства получаются намного качественней. Последние два года специалист активно ведет страницы в социальных сетях, обменивается опытом с зарубежными коллегами, делится лайфхаками, участвует в мастер-классах. Вот такую вот стремянку вот я сварил, укрепил на стену насквозь для удобства при работе сварочных работ. У меня бывают детали 10-12-метровые. Сварочный аппарат у меня наверху, шланги проходят. То есть я могу с другого конца помещения обходить вот с этим вот станком, получается. Сварщик с 20-летним опытом давно ищет себе помощников. Приглашает на бесплатное обучение родных и знакомых, дает объявления в соцсетях. Люди приходят, но долго не задерживаются. И родственников, и братишек всех зову, ухмыляются. Легче им работать на доставках, на такси. И это временная работа, они это не понимают. Сварщики в сфере строительства очень сильно нуждаются. Они есть сварщики, но без опыта. Таких сварщиков не держат долго. Сильно запрос делал, но более 10 человек обращались, но пока еще вот без помощника. Настоящих профессионалов в стране очень мало, говорит Асқар Блялов. Ежегодно из учебных заведений выпускаются десятки молодых людей, но по специальности трудоустраиваются единицы. Айсулу Махмутова, Канат Махмутов, 24KZ. Ну а сейчас в культуре. На сцене Астана Балет состоялся концерт «Безумный гений романтизма». Произведение немецкого композитора Роберта Шумана исполнил симфонический оркестр под руководством дирижера Эльмара Буреваева. Солистом программы выступил Ермек Курманаев. Как прошел вечер, расскажет Тамирис Белял. Лаконичные, развернутые, отдельные и объединенные в целые циклы музыка Роберта Шумана с каждым разом открывает мир, выраженных с глубокой искренностью и силой. Именно она сегодня наполнит этот зал. Произведение знаменитого немецкого композитора – представление романтизма в музыкальном искусстве. В этот вечер симфонический оркестр в центре сцены «Астана Балет» продемонстрировал высокое мастерство под руководством маэстро Эльмара Буребаева. Действительно красивая, действительно глубокая. И когда есть такой некий разговор между двух виолончелей, а как говорят, что виолончель – это тот самый инструмент, который напоминает больше всего человеческий голос. И вообще для меня это, наверное, самый красивый инструмент. Я сам виолончелист. Предельно искренне в каждой ноте за свою недолгую жизнь Роберт Шуман глубоко наполнил свои работы личными переживаниями и заключениями, которые передало пение инструмента Ермека Курманаева. Концерт был написан за очень короткий срок, и он очень не по-виолончельному написан. Почему его не все виолончелисты любят исполнять, потому что очень каверзный концерт. В программе прозвучит и третья Рейнская симфония. Переломным моментом в жизни композитора стала попытка суицида. Спасаясь от галлюцинации, он бросается в воды Рейна. Позже он навсегда останется заложником душевной болезни. Эту сложную, насыщенную, многогранную, утонченную композицию будут играть учитель и ученик на одной сцене. Мне очень безумно приятно исполнять эту программу с Эльмаром, потому что, не знаю, все люди знают, что Эльмар закончил
школы имени Куляш Байситовой по классу виолончели у меня. Это ваш ученик? Это мой ученик по классу виолончели. Потом он решил заниматься дирижированием. Он маэстро, и он руководит замечательным коллективом. Но что касается именно его первого образования виолончели, это ему сегодня прям очень помогает в исполнении концерта Шумана, и мне очень легко с ним. За плечами талантливого ученика годы за рубежом и выступления с мировыми оркестрами. Мы брали интервью вашего брата. Можно, пожалуйста, от вас услышать? Вот самые лучшие залы, по вашему мнению, помимо Астана Балет? Помимо Астана Балет? Ну, конечно же, весь мир наполнен потрясающими местами, потрясающими залами. Ну, для меня, наверное, отдельная, скажем так, любовь – это, конечно, оперный театр и зал «Ла Скала», так как за... Ну, скажем, в 3 года жизни в городе, в этом городе, в Милане, и еженедельным посещением этого зала в какой-то степени стал уже родным. И я искренне его люблю, вот этот зал. Ну, помимо, конечно же, Астана опера и Астана балет, двух наших столичных театров, которые тоже могут, да, я считаю, не только могут, но и соревнуются за качество и высоту профессионализма. И на сцене столичного театра услышать такую музыку означает окунуться во внутреннее мироощущение и душевное состояние не только многогранного композитора, но в первую очередь себя. Тамира Сбеляла, Асхат Харакуишиев, 24 Кизат. Ну, после такого прекрасного сюжета мы продолжим уже с Тамирис Белял в студии. Доброе утро, Тамирис. Мы ждем культурного подъема от тебя. Напомните, как это было красиво и незабываемо. Доброе утро еще раз. Абсолютно верно. Незабываемая музыка, и особенно прониклась я композитором истории, потому что на концерте, наверное, мало кто знает, но очень часто рассказывают и о биографии того человека, чьи произведения исполняются. На самом деле это занимает отдельное место в моем сердце. Ждем подробностей. Димаш Кудайберген на одной сцене спел со знаменитым испанским оперным певцом Пласидо Доминго. Они исполнили отрывок из оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. Отрывком из выступления Димаш поделился в социальных сетях. Напомню, в этом году певец войдет в члены жюри популярного европейского шоу «Виртуозы» по приглашению маэстро Доминго. Посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич посетила Национальный центр рукописей и редких книг столицы. Она ознакомилась с древним письменным наследием нашей страны. На встрече стороны также обсудили современные мероприятия и пути развития общего культурного сотрудничества между Великобританией и Казахстаном. Вокальные, исторические, классические, инструментальные произведения известных казахстанских и зарубежных композиторов прозвучали в исполнении симфонического оркестра и солистов Ертыс-концерт из Восточного Казахстана. В этом году к творческому коллективу исполнилось 20 лет. Дирижером выступил заслуженный деятель Казахстана Александр Галсанов. Музыка звучала на сцене театра Астана Балет. И в завершении выпуска афиша на ближайшие мероприятия завтра в Театре Астана Опера состоится опера «Биржан Сара». 25 января в камерном зале пройдет вечер скрипичной музыки «Кононима». В выходные на сцене Астана Балет пройдет балет «Золушка». И 24 января в Театре драмы имени Максима Горького представят спектакль «В тени виноградника». Уже 25 января постановку «Женитьба». Нашему оркестру исполнилось 20 лет, как создался этот коллектив. Вот он с маленькой историей, но уже 20-летней историей. Так что это уже какой-то сложившийся коллектив. И нам всегда очень хотелось преподнести подарок нашей дорогой столице, чтобы мы показали свое мастерство и творчество. Большая ответственность выступать сегодня на сцене нашей столицы. Я думаю, что это не только для меня, для всех моих коллег. Честно говоря, у нас есть такое небольшое волнение. Но так как мы артисты, волнение, я думаю, это нормально. Как бы это привычное дело. Но, конечно же, все равно хотелось бы выступить на уровне нашей столицы.
Такие были культурные, насыщенные события в выходные, но будни, они также будут интересными. Постараюсь снять как можно больше интересного материала. Мы с Лунарой всегда, практически каждый день, завидуем белой завистью, что ты каждый раз просвещаешься культурно. Замечательно, Дамирис. Советуем всем казахстанцам последовать совету. А в студии работали, конечно же, наш коллега Дамирис Белял, Лунара Бекпусинова и Арстан Балтин. Увидимся на 24KZ. Оставайтесь с нами.